Всем привет! Апрель в самом разгаре, и вы смотрите третий выпуск апрельской раскрутки R&B хип-хоп на Russian Music Box. С вами Денис Гладкий из группы «Интонация», и я продолжаю знакомить вас с молодыми дарованиями из мира музыки, чей клип получит вскоре ротацию на международном музыкальном телеканале. Станет яснее после того, как мы еще раз посмотрим всех претендентов. В апрельской раскрутке R&B хип-хоп участвует всего 5 видео, но это не умаляет их достоинства. Каждое из них сделано в своем стиле и со своей неповторимой историей. А вот какое именно вам по душе, узнаем через мгновение. Русская деревня всегда была объектом вдохновения для многих писателей и художников. Похоже, что музыканты не исключение. Группа «Мускат» устала от городской суеты и поведала об этом в своем уникальном видео на песню «Суета». Ребята идут под номером 1. Люди спускаются под землю, разбивая друг об друга плечи. Гости Средней Азии ринутся опять метлами царапать монотонный асфальт. Испарившуюся влагу поливочных машин скроет жирным слоем торфяной дым. Спрятав свалиться за тканью повязок, ожидаем проливного дождя, словно праздник. Сети фастфудов продолжат утолять наш голод. Садовое кольцо, как всегда, перекроет дыхать утренний воздух. Ускоряем по ходу через переходы сквозь привычные пробки. Патруль курсирует районы подкрепных вдоль. Тусовщики залитых вагонов едут домой. Все мечтаем о покое, ненавидя суету. Но суетимся 365 дней в году. Следующий рэпер по имени Бабах утверждает, что он пришел с самых низов. Что за низы и чего ждать от артиста, станет понятнее после просмотра клипа на трек «С самых низов». Видео под номером 2 соединилось вместе, казалось бы, несовместимое. Можно закрыться дома, можно не выходить. Мыслей так много, будто черви внутри головы. Биты внутривенно, улыбаясь довольно. Вдохновение мгновенно, этого нет довольно. Если ты не готов, стой и кури в сторонке. Акрофобия, стеклянный пол, сиентавы в Торонто. Стиль мятный рондо, нахуй фон твой. Я бью рекорды, будто бомб Гарнер. Мой дикий смех, это музыка тут для всех. На пути так много помех, а ты просто приди к успеху. Мой разнообразный рэп, чувствую себя как драк дила. Если музыка наркота, то это лютый стап. Поэтому толпа ли курит, просит еще больше слива. В моем бокале виски, кола в ушах, виз халифа. Мне нужен самый верх, и это башня Бурдж Халифа. Орел расправил крылья, не поменяйте лигам. Вверх, вверх, самых низов. Я пришел с самых низов, знай, на что я готов. Вверх, вверх, самых низов. Я пришел с самых низов, знай, на что я готов. Вверх, вверх, самых низов. Я пришел с самых низов, знай, на что я готов. Вверх, вверх, самых низов. Самых низов, без тормозов. Если читать рэп, то только в Golden Mike. Если грабить сука, то грабить банк. Если на ноги Джорданы или Найк. На голову новый снэпбэк, вот так я готов выдвигать. Знак качества, self-made, акцизная марка. Лечу наверх, будто на мне костюм Тони Старка. Справа танцует пьяная подруга, как Шакира. Я поджигаю, она одета в пояс Шахида. Бабах, жесткий приход, как выстрел в упор. Я в стороне, а вы смотрите друг другу в рот. Тут лучше думай головой, когда лезешь на стычку. Удача, шлюха, ты спустил на нее наличку. Дыма так много, как из преисподней. Мечты элитной жизни, так давай их исполни. Вхожу сюда красиво и кладу ноги на стол. И пока микро в моих руках, не останусь голодным. Вверх, вверх, самых низов.
Время неизбежно бежит вперед. Вместе с ним меняются и люди. И даже самая сильная любовь порой не готова к переменам. В клипе «Мы другие» от Фуанкера и Амбре музыканты как раз рассказывают об одной романтической истории с довольно печальным концом. Смотрите клип под номером 3 и грустим вместе с ребятами. Она мечтала закрыть глаза ночью, когда спала с ним рядом. Утром горячий кофе пробудит приятным ароматом. Приторные губы его не сравнить с родными. Принято решение было, мы другие. Мы пролетали минуя недели, без звонков, только контакт. Сообщение ему, как дела, ты где пропал? Перестал смотреть на праздники, просто устал от них. Пристально смотреть в окно, чувствуя, что на мели. Будто беда, но без обид, но за бутылкой не тянутся руки. Звук теперь громче, этот бит учащает сердце стуки. Там теперь больше любви, или все прикрыто ей. Секс, деньги, марки машин, вкус зеленой феи. Она не плачет давно, ты уже слезы выжил. Оставь покой и добро, не ищет в мире выгод миражи. Только в последней главе мерцают. Желаю счастья, остальное пожелаем. Она не плачет давно, ты уже слезы выжил. Оставь покой и добро, не ищет в мире выгод миражи. Только в последней главе мерцают. Желаю счастья, остальное пожелаем. Романтики быстро угасла, вид подавала и далее. Тайны в сети отмазки часто чувствами играли. Принципы, гордость, ревность, иные предали сомнения мне. Долго решался, но оба мы знали, между нами ничего нет. Слишком упрямо, чтобы вместе на 8 марта пить мартини в ночном клубе от самого заката до рассвета. После на такси, на заднем сиденье, ласки, нежность, страсть перенести в постели. Спину от боли ломит по стандарту. Одежда на стуле, тихо, бесшумно уходишь, пробудив лишь на минуту. У нас осталось всего два участника. После короткой рекламы расскажем и о них, после чего вы сможете определить, кто же достоин получить главный приз. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Hello всем, кто только что к нам присоединился. Если кто не узнал, я Денис Гладкий из группы «Интонация». И вы смотрите апрельский выпуск раскрутки R&B Hip Hop на телеканале Russian Music Box. Прямо сейчас вы услышите новые слова на русском R&B и хип-хопе. От кого, узнаете через пару секунд. Смотрели «Крестный отец»? Так вот, следующий клип – это укороченная версия фильма, снятая в наши дни. Карен Туз и IQ поведали о том, что настоящая любовь не знает границ, и люди готовы на самые разные безумства ради нее. Видео «Вдыхай в меня жизнь» под номером 4 на ваших экранах прямо сейчас. Рассвет со мной встречай, все небо нам на двоих, себя отпускай, вдыхай в меня жизнь. Как воздух необходимо, мне нужно твое, да вопрос необходимо. Как пантомима без слова, строго по сценарию. Играешь свою роль, причиняешь боль, милая. И хоть ты рой яму, не лягу в эту пропасть. Я принципиальный, пусть для тебя это не новость. Я сказал добьюсь, значит так и будет. И мне плевать на пульс, если он меня погубит. При виде глаз твоих я готов растворить всю твою боль напополам, раз, двоих. Все мои чувства и хватит для нас двоих. И ради не готов все двери отворить. Одиночество пробирает всего насквозь. Держи мою руку, все остальное брось. Иди со мной, я проведу через эти терни. Только любви я открою для нас эти двери. Ветром паруса звездою в пути, птицы в небесах ответом. Рассвет со мной встречай, все небо нам на двоих, себя отпускай, вдыхай в меня жизнь. Ты в моей масти,
девочка, я иду ва-банк. Я не азартный парень, но поверь, это так. Вдыхай ты в меня жизнь, люблю тебя и плюс. Готовь стать твоим мужем и нести с тобою груз. Что лежит на плечах твоих, это для нас двоих. Хочу от тебя сына, даже лучше троих. Ведь дети — это радость, счастьем наполнят дом. Тебя я люблю так же сильно, как люблю музон. Поверь, это сравнение не слабое уместно. Ведь музыка до тебя занимала первое место в моей жизни. Теперь счастье в другом. Смотрю на жизнь я теперь под другим углом. Музыку я не брошу, она живет во мне. Я пишу на бумаге о каждом пройденном дне. Влюбился по уши в тебя и нет никакой тайны. Ты выйдешь за меня, ответ дай мне. От ребят из группы «Панама» прямо-таки веет уютом и хорошим настроением. А виной тому их искренние светлые чувства. Котята, пряничные домики, пиратские корабли. Ну просто не жизненная сказка. Клип «Иду к тебе» закрывает нашу пятерку участников апрельской раскрутки R&B хип-хоп. Мое спасение, ты моя надежда. Твое сияние не в платье белоснежном. В каких-то мелочах, заметные лишь близким душам. Не перебивай, а просто выслушай. Это было по весне, шумной ночью. Ты смотрела на меня, не просто между прочим. Все куда-то провалилось, ты и я остались. Завязался диалог, мы им наслаждались. Чувствовал себя романтиком, твой зонтиком в стороне. Ребята на гитаре с комбиком, улыбашки. Поправила мою рубашку, первый поцелуй длился целый час, йоу. Район Кузьминки, твои истории про школу. Молодая и забавная, мы так похожи. Простые вещи отныне снова вдохновляют. Благодаря этому чувству я воспаряю. По дорогам туда, где ты, ищу на карте маршруты. Я буду там, и я иду к тебе по переулкам и дворам. По дорогам туда, где ты, ищу на карте маршруты. Я буду там, и я иду к тебе по переулкам и дворам. Что, мой милый, теперь и ты послушай. Пока не встретила тебя, мне был никто не нужен. Мои подружки уехали давно в Европу. Модельный бизнес считается у них работой. Я тоже повидала многое, желая в Токио. И разные потоки, блин, течения. И потеряла много времени, забросила учебу. И что, в итоге пошла работать в караоке. Не скрою, ты сначала показался очень скромным. Это было лишь начало. Розовые парки катались на коньках, мы стало жарко. Бросил с меня шарф, ты украл, похитил мое сердце. Я поняла, что мне от него никуда не деться. Это он приснился ночью мне однажды. Ты мой лимонад, я без тебя умру от жажды. По дорогам туда, где ты, ищу на карте маршруты. Я буду там, и я иду к тебе по переулкам и дворам. По дорогам туда, где ты, ищу на карте маршруты. Я буду там, и я иду к тебе по переулкам и дворам. А давайте-ка еще раз быстренько вспомним разом все имена участников, которые продолжают борьбу за ротацию своего клипа на музыкальном международном телеканале Russian Music Box. Мускат, Суета, Бабах, Самых Низов, Фуанкер, Амбре, Мы Другие, Карен, Туз и IQ, Вдыхай Меня Жизнь, Панама, иду к тебе. Ищу на карте маршруты. Я буду там, и я иду к тебе по переулкам и дворам.
Если вы уже знаете точно, кто достоин победы, тогда не теряйте времени зря и хватайте телефон. Отправляйте смс со словом «Лидер» и номер участника на 6150, и, возможно, именно ваш голос станет решающим. Также голосуйте ВКонтакте в официальной группе телеканала Russian Music Box. Если же вам никто не понравился, то попробуйте сделать видео сами и смело присылайте результаты на адрес raskrutka@musicboxtv.ru. Кто знает, возможно, уже с мая мы увидим ваши музыкальные творения на телеканале Russian Music Box. С вами был Денис Гладкий из группы «Интонация». И я не прощаюсь с вами, а говорю до следующей субботы в новом выпуске «Раскрутки R&B и хип-хоп».